Вот, ребята, дошла до пляжа. Все-таки пляж остался. Но сейчас, конечно, не убранный, он еще рано, естественно. Там кабинки. Там вот это административные сооружения, кафе. Вот. И вид на залив. Я бы все равно не рискнула здесь купаться, ребята. Ну, потому что экология не та. Разве что вот покататься на скутерах, на моторных лодках. Ну, там вдали люди катаются. Вот это бы я рискнула. Ну, не рискнула, а с удовольствием же сделала. У нас есть тут яхт-клуб. Где-нибудь ближе к лету. Соберемся, прокатимся, я вам сделаю видео. Вот, допустим, там есть стояночка яхт. Ну, можно просто на скутерах. Вон ребята катаются. На моторных лодках обычных, даже советского производства еще лодки остались. У меня отца тоже была, у знакомых отца есть сейчас. Ну, попробуем. Летом сниму вам. Вот. Закат. Сегодня 11 апреля. Всего доброго вам, ребята. Тихо плещется вода. Легкий шум прибоя. Красота. Скорее бы лето. Удачи. Люблю вас всех. Подписывайтесь на канал. Берегите себя. Всем пока.